Здравствуйте. Я вам сейчас расскажу, как приготовить свежий папоротник орляк, пожарить его во фритюре. Вы должны перед приготовлением отварить стебли папоротника не менее 2 раз в кипятке, меняя воду. Затем отваренные стебли нужно будет пошинковать. Пошинковать вот примерно на такие кусочки, сантиметр, 2 сантиметра. И сложить в кастрюлю, вот пошинкованный папоротник, вы складываете в кастрюлю. Вместо соли можно использовать бульонный кубик Магги, для того чтобы был такой мясной вкус. Магги на косточке, вот я в данном случае применяю. Вы просто этот кубик раскрашиваете, то есть солите папоротник кубиком Магги. Вот. Одного кубика достаточно на килограмм папоротника. Вот. И перемешиваете в кастрюле, то есть порезанный нашинкованный папоротник, и перемешиваете тщательно. Это первый этап приготовления. Ставите на плиту сковороду, наливаете растительное масло, раскаляете его, чтобы оно было раскаленное, и высыпаете папоротник в сковороду. Он должен фритюриться. То есть вот таким вот образом вываливайте. И при непрерывном помешивании вы должны его обжарить, чтобы он у вас не раскисал. То есть папоротник жарится, фритюрится до состояния румяной корочки, чтобы каждая долька была обжарена. Жарите до появления золотистого цвета. Когда перестанет у вас выходить пар, вы должны слить лишний жир, то есть лишнее масло, слить со сковороды. И можете по вкусу добавить потом немного хорошей тушенки, то есть говядина тушеная.